Меня зовут Билли Лерк, но это имя помнят немногие. Я много лет пряталась, была капитаном корабля «Падший дом», контрабандистом, скупщиком краденого и, возможно, предателем. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда помнят лучше, чем наши имена. Если прятаться долго, в конце концов тебя забудут. Тогда ты остаешься одна и живешь своим умом. Но я не забыла того, кто вытащил меня со дна. Дауд Нождануэла. Это имя произносили отчаявшиеся или умирающие. Убийца, который прикончил одну императрицу и спас другую. Стыд долго жжет тебя изнутри. Когда я предала Дауда, он пощадил меня. Я оставила Дануэл и свое имя. Много лет я думала, достойна ли была прощения. Много лет я смеялась над собой от того, что мечтала вымолить прощение у убийцы. Иногда милосердие ранит больнее, чем нож. Теперь я знаю, что прощаешь не только ради тех, кто причинил тебе боль, но и ради самого себя. Я знаю, что Дауд в Карнаке, и я найду его. Мне снится один и тот же кошмар. Уличная драка. Моя отрубленная рука лежит в канаве. Меч гвардейца выколол мне глаз. Когда я просыпаюсь, рука и глаз еще долго болят. Это пугает. Эта штука всегда меня утешала. Ты ведь украла ее для меня, Дейрдри? Теперь это все, что от тебя осталось. Еще одна реликвия. По крайней мере, он еще острый. Остался боксерский клуб в бане Альбарка. Дауд должен быть там. Шпионаж. Дауд научил меня не только убивать. Я не пропаду. Надеюсь. Где ты? Его боялся весь Дануэл, но не я. Станция пустует. Спрятать падший дом было нелегко, но сейчас здесь безопасно. Друг, слушай нас. Друг, слушай нас. Друг, один из нас. Один из нас. Уродливый, огромный, но все же друг. Так, баня Альбарка должна быть недалеко. Не то, что раньше, но тоже неплохо. Интересно, Дауд их видел? Один парень говорил, что его амулет делает кожу пуленепробиваемой. Выстрелил себе в живот и на другой день помер. Осталось. Отлично. Я знал, что ты меня найдешь. Это было непросто. Как ты здесь оказался? Поговорим потом. У безглазых больше тайн, чем ты думаешь. У меня есть корабль. Развалина. Падший дом. Пришвартован за Акантильской ремонтной станцией. Дауд, я... Ничего не говори, Билли. Хватит того, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь. Как прежде? Нет. Все куда серьезнее. Одно последнее дело. Ладно. Кто наша цель? Тот, кто во всем виноват, из-за кого появились секты. Черная магия — это метка на моей руке. Мы убьем самого черноглазого ублюдка. Что? Ты хочешь убить чужого? Ты хочешь убить Бога?
Я нашла его, и старик снова втянул меня в эту оккультную дрянь. На борту падшего дома он мне все объяснит. Когда я впервые увидела Дауда, я была несчастной девчонкой, цеплявшейся за жизнь из упрямства. Он перерезал глотки троим, не издав ни звука. Оставил за собой только кровь и смерть. Не знаю, на что я рассчитывала, когда пошла за ним в ту ночь, но он поделился со мной странной магией, и не только ею. Он делился своими навыками, временем, доверием, а иногда тайнами. Он уже не тот. Здесь ему нанесли раны, которые никогда не заживут. И от сожалений он страдает не меньше, чем я. Я-то знаю, каково это. Но я нашла его. И он хочет, чтобы я искупила все его грехи, убив Бога. Аббатство учит нас, что чужой нападает на слабых, что бездна – источник сомнения, ереси и страданий, что в наших бедах виноват чужой. Не знаю, может, это и так. Тот же сон. Отрубленная рука, выколотый глаз. Он до сих пор болит. Надеюсь, это не дурной знак. Я расскажу тебе кое-что о бездне, Билли Лерк. Она касается сознания спящих и умирающих. Иногда сны могут рассказывать только о том, что хочешь забыть. Я знаю, кто ты. Зачем ты здесь? Что тебе от меня нужно? Обычно другие хотят что-то от меня. Но моя метка тебе не нужна, так? Тогда я верну то, что ты потеряла. Что? Погоди, что ты... Мир был изранен, а шрамы достались тебе. Ты изменилась навсегда. Понравится ли тебе? Что он со мной сделал? Конечно, он все-таки явился. Забрал мою руку и мое лицо. Это из-за снов? Из-за Дауда. Что с тобой? Это сделал чужой. Что он сказал? Мне давно снятся кошмары, и его в них нет. Но мне хорошо. Я чувствую силу, словно много лет назад. Он не предложил мне свою метку. Просто наговорил какую-то ерунду и оставил вот это. Никогда не знал, что нужно ублюдку. Будь осторожна. За дары чужого приходится платить. И об этом ты узнаешь, когда плата уже внесена. У меня не было выбора. У меня тоже. Моя связь с бездной слабеет. Нужно действовать, пока она не забрала меня навсегда. То есть ты знаешь, что делать? Ты узнал способ убить чужого. Но как? Я долго искал ответ. Объездил острова, нашел дюжину безумных культов. Но Безглазые не просто секта. У них есть реликвия. Нож, который создал чужого тысячи лет назад. Он здесь, в Карнаке. Нож. Ясно. И я должна его украсть. Да. Нужно найти лидеров Безглазых и выяснить, где они прячут нож. Это влиятельные люди. Богатые, знатные. Имен не знаю, но их выдают таинственные татуировки. Громилы из боксерского клуба говорили, что татуировки делают в красной камелии в верхней части кири. Поняла. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Отдыхай, Дауд. Я больше не мог делать это один, Билли. Спасибо. Осторожней с рукой и глазом. Неизвестно, что нужно чужому, а он всегда следит за тобой. Аббатство обывателей учит нас ненавидеть его. Что ж, они правы. Значит, теперь мы служим аббатству? Они убьют нас при первой же возможности. Нет, аббатству не нужна наша помощь, а нам не нужны они.
Да, давно это было. Откуда это у тебя? Я много лет его не видел. Когда я уехала из Данаула, они появились везде. И ты его хранила? Осторожно, ностальгия – опасная штука. Здесь безглазые делают себе тату. Всегда хотела вступить в секту. Ну, если это необходимо, не дергайся. Чем могу помочь? Дай пройти. Мне нужно выпить. Это частный клуб. Вы его член? Вот, видишь? У Эолины дрожат руки. Ладно, можете войти. В чем дело? Что-то не так? Кто-то дергает за ниточки. Тот, кто знает больше. А? Что вам принести? Ты рановато, здесь пока какой не на что звук? Мне просто завидуют. Кто если там? Я хочу танцевать, я могу кружиться. Броски на месте, это талисманы. Сколько захочу. Немного безвкусно. Там кто-то ест. Клиентам сюда нельзя. Идите на другую сторону. Какой-то звук. Что есть? Сегодня промывают краны, так что эля нет. Но есть виски, ром и дыхание чумы. А для трезвенников – грушевая газировка. А нет ли чего-то особенного? Вы о кровавой настойке? Ложа наверху зарезервирована на месяц вперед. Хотите попробовать? Приходите в другой раз. Продаете гнусное крысиное пойло? Дыхание чумы – это что-то особенное. Вы его полюбите. Колено меньше болит. Свежий воздух идет на пользу. И календула тоже. Принести вам что-нибудь? Что есть? Напиток уже на стойке. Да. Я собрала их на заре. А когда же еще? Иначе они не годятся. Можно подумать, только она умеет собирать корь. Принести вам что-нибудь? Что есть? Напиток уже на стойке. О, наконец-то! Настойка течет. Приготовьтесь. Секретарь сказал, что им напитком следует наслаждаться. Он только для ценителей. Сегодня с нами будет чужой. Она поет в моих венах. Роскошная боль. Завеса приподнимается. Мы уже переходим. Наверное, донор хочет умереть. Ненавижу тех, кто цепляется за жизнь. Предпочитаю быструю смерть. Она галерея гладит даже меня, для членов словно клуба. Прибой. Частный концерт. Это не... Живот царапают черные когти. Я чувствую вкус крови. Меня окружают тайны. Чужой смотрит на меня. О, острый взгляд черных глаз. Ласкающий. Обволакивающий. А, комната кружится. Клянусь, я не могу двигаться, а комната вращается. Ох, сейчас меня стошнит. О, да кто так тасует? У меня одно барахло.
Какой интересный глаз. Надеюсь, это не очень болезненно. Нам нужен хороший обед, а затем полчаса общения с бездной. Это ее паразит. Теперь они узнают, что на той стороне. Фокусники не знают того, что знают. Эй! Нам стоит бросить их и вернуться в Брейдмор. Галерея закрыта даже для членов клуба. Кровопускание номер 33. Я запустил кровяной насос. Капля за каплей он высосет всю твою кровь, и ты умрешь. Нет, не смотри на дверь. Никто в нее не войдет. В клубе Спектра сейчас пусто. Здесь только мы. И путь в бездну. Ты отправишься туда прямо сейчас, а я навещу тебя позже. Сохраню сосуд с последними каплями твоей крови для себя. Десерт. Мне не терпится увидеть, как приоткрывается завеса. Что такое? О, ты бредишь. Это обычное дело для умирающего. Несбывшиеся надежды покидают твое сознание, уступая место глубоким тайнам. О, ты бледнеешь. Нет. Дрожишь от того, что горячая кровь покидает твое тело. Что происходит? Каково это умирать? Скажи, что ты видишь? Опа, ты видишь чужого? Что он говорит? Здесь все. Отвечай! Пощади Терезию? Что это значит? Что, проблеск грядущего? Что ты видишь? Отвечай! Нет, не умирай! Скажи мне, что ты видишь? Что ты видишь? Ключ от сейфа, песня? Необычно. Эта штука может играть песни Шань Юня. Их просто нужно найти. Необычный сейф. Но я их столько взломала. Справлюсь и с этим. Певец я так себе. Эту песню везде поют. Популярная. Ты
Шаньон, мне пришлось бы отдать целое состояние, чтобы его послушать. Но я здесь не за тем. Где растет бычий тростник, машину не обманешь. Тут нужен голос Шаньюня. Это новое. Перфокарты быстро распродаются. Самый нож. Он в хранилище. Повезло. Похоже, нужно найти второй ключ. Прошу вас! Не трогайте меня! Прошу, не трогайте меня! Я чувствовала в Дауде силу бездны. Все, кто был близок к нему, могли творить невозможное. В мгновение ока перепрыгивать с крыши на крышу. Падать на врагов острыми тенями и беззвучно резать им глотки. Я заставила Дануэл заплатить за свои страдания. За страдания близких. Теперь Чужой все это вернул. Не знаю почему, но это приятно. Мы убили столько богатых ублюдков, которые издевались над нами. Мне казалось, что это справедливо. Виноват ли в этом Чужой? Где живет скверна? В бездне или в нас? Ведьмы в ожерельях из пальцев и зубов. Города, объятые хаосом. Теперь безглазые применяют на улицах черную магию. А их главари держат под замком еще более страшные тайны. У них есть нож, который превратил мальчика в бога. Возможно, единственное средство уничтожить его. Чужой знает, что я хочу его украсть.
Знает ли он для чего? Ты подарила мне его на счастье, Дейрдре. Не знаю, помог ли он хоть раз. Может, пригодится теперь. Я готова грабить банк. Пора. Скоро у тебя будет нож, который его убьет. Долорес Майклс владеет и управляет банком. Я осмотрела его и поговорила с людьми. Пробраться туда можно. Правда, еще никому не удалось его ограбить. У других не было нашей целеустремленности. Нам не нужны деньги. Как ты попадешь внутрь? Есть три пути. Крыша, мусоросборник и канализация. Можно попробовать любой. Когда окажусь внутри, нужно будет найти хранилище. Нож должен быть там. Банк хорошо охраняется. Что ты узнала? Немного. Стражники, часовые солдаты, много дверей, которые открываются удаленно. И это только на пути к хранилищу. На крыше есть отверстие, которое ведет вентиляцию. Если добудешь лауданум, то усыпишь почти всю охрану, еще не проникнув в банк. В районе есть аптека, но банк конфисковал ее. Постараюсь что-нибудь отыскать. Ты находчиво справишься. Ключи главарей безглазых, которые ты нашла, помогут найти нож. Тебе еще понадобится ключ, управляющий банком. Разберись с ней, как считаешь нужным. Тогда я готова. Хорошо. Я... Хочешь, я останусь? Нет. Мне ты уже не поможешь. Найди нож. Убей чужого. Я в тебя верю. Я это сделаю, так или иначе. Ты видела больше, чем многие, то, что мы сделали. Ведьм, жаждавших трона. Безглазых, что держали меня в яме. Но я видел бездну, Билли. Злоба, ненависть, страх. И чужой, который одних наделяет черной магией, а других заставляет трястись от ужаса. Никто не вправе делать этот выбор. Неужели во всем, в том, что мы сделали, виноват он? Чужой дал мне свою метку, зная, что я могу сделать с такой силой. Я много лет подтачивал Данвал изнутри, пока тот не развалился. Мир больше не выдержит таких, как я. Дауд такой слабый. Возможно, я больше его не увижу. Пожалуй, можно вместе сходить за грибами. После того раза? Нет. Думаю, может, пикник устроить на лужайке за домом? Точно. Идеально.